взял вот такой вот трубогиб. Сейчас буду изготавливать для бетономешалки усиление делать. Купил в Леруа Мерлен вот такую полосу и квадрат 40 на 20. И сейчас буду делать усиление, загибать диаметр и усиливать. В гараже место не позволяет, но будем как-то выкручиваться. Так, вот установил вот такие ролики, 4 штуки. Вот теперь жесткость есть, чтобы нижний подшипник не раздавливало. Так, запускаем. Вот такая доработка бетономешалки.